There has been a nuclear accident in the Soviet Union, and the Soviets have admitted that it happened. The Soviet version is this. One of the atomic reactors at the Chernobyl atomic power plant near the city of Kiev was damaged, and there is speculation in Moscow that people were injured and may have died. Радиация. У нее нет ни запаха, ни цвета. У нее есть только голос. Вот он. На экране один из кадров, который студийный АТК сначала задержал как брак. Но это не брак. Это зримый лик радиации. Вглядитесь. Один из самых значительных примеров среди архитектуры, объединяющей спорт и освещение. Место проведения Олимпийских игр в 1992 году. Строительство Олимпийской деревни и обновление государственных и общественных учреждений, гостиниц, музеев преобразили город Каталонии. Ключ к вашему успеху – настраиваемые динамические клавиши Express Case, обеспечивающие быстрый переход к специализированным приложениям, в которых и реализуются ваши идеи. Акцентируя ее ночную жизнь, превосходно освещенную посредством новейших технологических решений. Замок уже в течение многих лет находится во владении семьи Виттельсбах. Начинаем четвертый раздел. Общая эффективность оборудования. Материалы этого раздела помогут вам ознакомиться с концепцией OEE. OEE – это заимствованная из английского языка аббревиатура общей эффективности оборудования. Компания производит весь спектр нагревательных продуктов для решения любых задач, и мы всегда готовы оказать необходимые консультации по проектам различной сложности, включая применение во взрывоопасных средах. Сельскохозяйственный сектор в Нидерландах завоевал международное признание благодаря высокой эффективности голландских фермеров. Причина заключается в высокой эффективности всей производственной цепочки, а особенно большое значение имеет сфера хранения сельскохозяйственных продуктов. В наши дни его королевское высочество Люитпольд принц фон Байерн продолжает многовековые традиции пивоварения, основу которым положил герцог Людвиг Суровый в 1260 году. Интуитивно понятный функционал устройства работает так же, как человек, плавно и изящно.